Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Давай начнем, наверное, с наших бесплатных подарков. Магнит, стартовый ускоритель. Так, здесь у нас новые задания. Получите 200 эфирного времени, выиграйте 5 гонок и получите... Вот это поменять можно на супердизеле. Проехать 2000 метров на супердизеле. Ну, это в принципе можно. Можно будет сделать. Так, 26 тысяч кубков впереди, друзья мои. Так, на дизеле, значит, да? Давай поменяем вид. Ну, пускай будет такой, давно не было такого. Зомби с шапкой, я не знаю, там, из крокодила. Так, и 2000 метров на супердизеле, да, значит, нужно проехать. Давай попробуем. Йо, просто, да куда ж ты, Рэй, ну... В пещерах, ну какой супердизель в пещерах, ну... Господи, ну это смерть, ребят. Это понятно, что сейчас, смотри, прямо сейчас вот. Ой, повезло-то как. Ну сейчас не повезет, да? Ну вот сейчас точно. Ну в пещерах, ребят, ну сами подумайте, ну в пещерах, блин. Господи, ты что ты делаешь? Сейчас рано или поздно мы доиграемся. Надо взять, наверное, побольше разгона. Есть. Да я уже третьим, ребят, еду. Куда там? Ну ладно, хоть третьим, ребят, не разбился, но... Что-то я, конечно, тут дал дрозда. Супердизель, блин, в пещерах. Сейчас врежемся, да? Все тут понятно. Тут все понятно, как божий день, друзья. Ой, нет, давай сюда. Фью. Не знаю, каким-то чудом, ребята, вторым приехал. Говорите, чудес не бывает. Бывает еще какие чудеса. На супердизеле, блин, в пещерах. Разве это не чудо, блин? Еще причем не разбился ни разу. Сейчас сглажу 100%. Этот хочет, ребята, обогнать меня. Как его? На вертушке который. Ой, как он хочет. Но у него ничего не выйдет. Так, ребята, ну что, у меня 6 баллов. Это первое место, серьезно? Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Да, я, кстати, не поздоровался, ребят. Не поздоровался. Забыл совсем. Арсенчика, кто хочет совет от Арсенчика? Так, давай. У нас, блин, здесь же эти канатные мостики, блин. Да что такое-то, что ты берешь постоянно, а? Тихо. Я в шоке. Я в шоке сам от себя. Ребята, а 2000 метров мне нужно проехать на определенной трассе? Или вообще просто проехать 2000 метров? Я вот что-то не особо задание-то там как бы прочитал. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Давай я тоже вниз. Вот так вот. Да ёк-макарёв. Ну! Нет. Ладно. Слишком прыгучая машина, ребят. Да мало того, что она прыгучая, она опасная. Травма, блин. Опасная. Вот тебе результат, ребят. Третье место. Хорошо, хоть третье дали. А вообще не зашквар полный. Так, подожди, я хотел посмотреть по заданиям, блин. Что-то мне непонятно. 2000 метров вообще проехать? А, ну да, ребята, вообще просто проехать 2000 метров. Ну, я ясен перец, что на восхитительных диверсиях уж точно я не поеду.
Уж точно не поеду на супердизеле, здесь я поеду на раллийном авто. Уж извините, пожалуйста. Вот ты скажи ко мне на милость, вот как он так, он врезался, еще крутанул, сальтон крутанул, а там тот, кто вообще впереди уехал. Кто там впереди так умчался? Что-то я прозевал эту вспышку, если честно. Ну и как он так, интересно, фиг знает, сколько уже здесь стоит. Я что-то пропустил или... не доглядел. Ты посмотри. А, так он на попрыгушках. Все, ребят, хана мне. Он на попрыгушках, господи. Я думаю, что он, как он там едет-то? Он прыгает. А я разбился, твою налево. Все, мне интересно было, как же он там едет, блин. Засмотрелся. А, так 200... Нет, 200 эфирного времени, это было у нас другое задание. Готов. Хотел подпрыгнуть, хотел меня, ребята, обогнать, но не тут-то было. Но у меня тоже мало баллов, поэтому второе только лишь место. И завершаю одно из заданий. Давай забирать. Крылья, ускоритель, фляг. Тут выиграть еще 5 гонок надо. Нурболот, да, понятно, понял я. Так, глубоководные погружения. Поехали. Так, у нас тут лихач. А лихач... Лихач, лихач, тихо, подожди. Ты главное не переворачивайся, тачка, пожалуйста. Я тебя вот умоляю об одном только. Не перевернись, блин. У него тоже, ребята, ускоритель стоит. Да? Я так и думал. Я так и думал, что этот гаденыш специально снизит скорость, чтобы, блин, подобрать этот кислородный баллон, а? Да. Так, ну он может в воздухе перепрыгнуть, по-моему. Не, ребят. Сделал я этого сосунка. Даже это сделала тачка его. А где он там, вообще непонятно. Возможно, даже не хватило у него кислорода. Поэтому... Ой, кислорода горючего, поэтому он там где-то встрял. Так, ну что, здесь можно, в принципе, добить, наверное, на супердизеле. Нам нужно проехать 2000 метров. Ну, 2 километра, грубо говоря. Дебилизм, вот это. Ну как я терпеть не могу вот такие вот, а? И то, что она летит в воздухе, ну прям вот раздражает, ну. Даже этот бил-дебил на своей паршивой ХКР-ке. Самая стартовая машина, ребят. И тот тут что-то умудряется сделать. Нет, 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 нет. Блин, ну это явно не для супердизеля. Фьюх. Давай, заезжай наверх. А тут тогда вниз, вниз. Да что за трасса-то такая, блин? То вверх, то вниз, блин. Фью. Первый, друзья мои. Твою налево, блин. Ух. Жестко. Очень жестко. Так, давай сюда. А, и здесь мы оба задания завершили. Так, все, друзья мои. Кубок аллигатора. Кубок аллигатора. Ну, это, я так понимаю, с крокодилами, да? Все связано, дело.
Давай возьмем, наверное, знаешь что? На баге мы тогда неплохо проехали. По-моему, мы на баге тогда нормально давали. На этом кубке. Если я опять что-нибудь не путаю. Меня только ККМ-ка могла обогнать. Но это, ребят, не показатель. Одна гонка — это не показатель. Единственное, что она с крыльями. Может быть, ее крылья как бы тут спасает. Так, раллийное авто тут еще едет. Нет, что там, по-моему, ребят, по скорости здесь как-то проседаем. Нубас. Оба нубасоса там сидит. Ай, господи. Этот ККМ-ка там доводилась в крокодилах. Ну, как обычно, где мы... Где мы с тобой ломались всегда. Там же они и встряли. Да куда ты, блин? Я не понимаю, она на ладном едет. Как она там... А, у нее же этот же... Турбоускоритель же. Она за счет ускорителя же, да? Все, все, я понял, ребят. Так, ну, по-моему, да, первое место. Он же накапливает этот заряд, а потом... Выпускает его и летит там с сумасшедшей скоростью. Ну что, маслкар попробуем здесь в пустыне. В пляжных этих. Да. Слушай, ну повезло. Сейчас вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Да куда ты, что ты там впрыснул-то? Не надо ничего впрыскивать, пожалуйста. Есть. Все, ребят. Блин, вторая там этот. Второй маслкар сзади ехал. Ну, благо обогнали мы его. Благо, ну зачем вот это вот? Ну ладно, крылья. А он еще и вытянул как-то, прикинь? Ну-ка посмотрим. Черт подери. Ага. Тихо-тихо-тихо, родной. Фу, и тут я его сделал, ребят. Две гонки, в которых я его порвал. Ой. А я забрался. Блин, слишком высокая гора. Есть, молодец, красава. Ё-моё, куда он там вылетает? А, он сейчас встрянет, ребят. Он встрял, ему придется спускаться вниз и набирать скорость, пока он это будет делать. Как ты видишь, я уже на первом месте. Отлично. Такс, болотистый кубок. Блин, ну болотистый кубок, это, по-моему, опять же у нас связано с аллигаторами. По-моему, да? Поэтому... Куда ты, господи? Он там хмырь на попрыгульках, ребят. Прыгает еще там что-то. Посмотри, а, навозник. Вот так вот сделали. У него прыгалки и плюс, ребята, крылья. За счет этого, за счет этого он, в принципе, и выигрывает. Так, подожди, мне не надо туда. Мне не надо туда. Давай, едь. Да, господи, я так смотрю, она просто хочет перевернуться. Вот как будто, знаешь, вот на этом заднем колесе едет, как будто сейчас перевернется. Но нет, благо все хорошо, держит баланс.
на заднем колесе. Так, ребят, две победы за нами есть. Давай-ка теперь попробуем третью победочку взять. А что-то у попрыгульчика-то там не получается, смотрю, ничего, друзья. А обделался он, походу, на попрыгульках-то на своих. Ему один раз фартануло, и думает, все, теперь будет вечно так фартить. Нет, не будет. Потому что папа вышел на трассу. Прекрасно. Да, в принципе, в болотистых кубках баги делает нормальные вещи. Так, ребят, у нас новые колеса появились на Muscle Car. Хм. И, кстати, у нас 212 тысяч. Так, я открою, наверное, этот сундук. 212 тысяч это... Так, у нас там магнитная цепь, да? Попробуем на маслкаре. Так, я хотел... Подожди, мы какую тачку-то прокачивать стали? Спорткар, точно? Да, ребят. Мы начали прокачивать спорткар. Ну, пока вот так вот. Тут остается 2 уровня, тут еще 10, тут 11 и тут 8. Так, я хотел на маслкаре поехать в магнитной цепи. Ауч! Ну нафига ты отпустил? Ай, господи, не вовремя, ребят. Не вовремя я отпустил кнопку. Да, что-то как-то. Тьфу ты! Чтоб ты сыром срал! Ну вот нафиг я так сделал. Ну вот нафиг надо было. Если бы, ребят, я не врезался бы в этот верхний магнит, который там наверху был, первое место было бы моим бы. Он что, он на прыгульках, ребята. Да чтоб ты врезался и разбился, чмошник. Такой доброжелатель я, да? Сама доброта, друзья. Сама доброта. Короче, он не уступит мне в этой гонке, если честно. Потому что у него уже 6 баллов, а у меня 4. Фура разбилась. Я это видел. Вот тут мелкий этот спорткар едет. Так. И... Да, второе место, ребят. Ну, второе место, не третье. Грязное ралли. Грязное ралли, блин, я не помню эту гонку. Давай. Если в чем-то сомневаешься, ребят, всегда бери раллийное авто. Если ты не помнишь, что за трасса, что там будет. Теперь я вспомнил. Так, маслкар, спорткар, тут они все, блин. Угу. Маслкар ехал на нитро. Видишь, он специально, ребята, понижает скорость, чтобы взять это горючее. Потому что без горючего ему, ну, вообще никак. Он далеко не уедет. Поэтому ему приходится сбрасывать скорость, чтобы пополнить запасы горючего. Ладно. Посмотрим, что... Аж там бедный аж кипит. Едет там, слышь, там... Шуршит, блин, шуршан. Я даже здесь, я даже суперкар, ребята, сделал. Блин, 4 гонки здесь, оказывается. А я уже на расслабоне тут. Сижу, как говорится, весла сушу.
Но я здесь, ребят, обгоняю только за счет этого. За счет горючки. То есть я только беру ее, да, и у меня вот сразу буст идет. Не было бы горючего, не было бы буста, я бы уже давно-давно там где-то сзади бы плелся бы у них. А так все получается просто великолепно. Ну что, мили шахтеры, наши нелюбимые подземелья. Хорошо так получилось у нас здесь. Я там в воздухе такой довольно неплохой марш-бросок сделал. Марш-рывок, я бы даже сказал бы. Главное не размазаться теперь. Так. А здесь случаем не одна ли гонка-то у нас будет? Это ж, по-моему, одна гонка, ну. Ну да, да-да-да, ребят. Тут главное не влепиться, потому что у меня уже крыши нету. И если я головой об потолок, то будет больно. Смертельно больно. Моему маленькому зомби. Да, друзья мои, была одна гонка длинная, но мы ее, Савиш, одолели. А вот Гран-при Каньон, это, конечно, да. Но я опять же поеду на ролике. Ну, Гран-при Каньон хотя бы более-менее еще знаешь. А вот ночной этот рандеву, или как он там называется, ну ты понял, да? Где по ночнику-то там ползаешь. Вот там вообще, ребят, не, просто какая-то непредсказуемая трасса, блин. Давай толкай ты меня уже там. Там едешь, вроде бы все нормально. Бум, резкий подъем. Бум, резкий, наоборот, спуск. Там такой трэш. Летишь на всей скорости, думаешь, сейчас куда-нибудь пролетишь. Впереди просто стена, блин. Да, это, конечно, жестко. Так, давай сюда вот потихонечку. Видишь, машины у них тоже, ребята, подлетают очень сильно. Вроде хочешь как бы потихонечку, а оно не получается. Ее подкидывает. Вот здесь вот главное, чтобы залететь. Но, понимаешь, не получилось. Причем не только у меня, у всех там не получилось. Есть. Так, вторая гонка тоже взята. Ну что, поехали на последний. Если не обделаемся, будет круто. Так, давай здесь вот наберем с тобой скорость. Хорош. Так. А где они там все? Что-то их и не ощущаю. Что-то они где-то... Оу-оу-оу, нифига себе. Еду на расслабоне, сзади уже охламон поджимает. Кубок пустыни. Кубок пустыни. Ну, я не знаю, давай попробуем на суперкаре прокатиться в кубке пустыни. Кто-то там... Кто-то, друзья мои, на луноходе решил там полетать, я слышу, он уже... Он байкер, видишь, вытворяет. Один да вытворялся. Второй там... Молодцы, они красавчики. Как раз им в пустыне-то и место. А луноход-то где, непонятно. Друзья, где луноход? Так, посмотрим сейчас, что здесь будет происходить. И как оно будет... Ой-ой-ой-ой, меня расколбашивает-то как. Это луноход там летит, да? Как потерпевший. Ну да. Весь разбитый почему-то. Я не знаю, почему он там весь в хлам раздолбанный. Но он там что-то пыхтит, слышу я там. Пытается что-то сделать. Не знаю, надолго там ли его хватит. Не, вон он там что-то летит, летит. Ну, в общем, сам видишь, что произошло.
не дотянул до того уровня, который бы он хотел получить. То есть мы его просто обогнали. Хотя на второй гонке он там неплохо, ребят, показал. Вот, опять кто-то там с зеленой фигней с этой вспрыскивателем этим, блин. Ну ты видел, да? Вон он. Где его взять? Я его ума не приложу. Я бы хотел бы себе такую штуку, если честно. А, чувак врезался. Но вот где ее взять? Должна откуда-то, наверное, выпасть она. Ну, как обычные элементы. Или, ну да, выпасть. Она должна ее, она должна выпасть тебе, а после этого ты ее будешь еще прокачивать. Единственный вопрос, непонятно, она ко всем машинам подходит или к определенным только? Вот лихач, гаденыш, а. Вот, упади там, разбейся. Хорош. Нет, он все-таки приехал, ребят. Но ты видел, да, у лихача, вот о чем я тебе говорил, что он чуть-чуть где-то что-то задевает, и все, ребята, его начинает там расколбашивать, что мама, не горюй. Это крылатое чудище еще тут ездит, да, синее. Ну, блок какой-то, ей-богу. Даже не мог здесь ничего сделать. Смех. Так, ребята, у нас кубок Штормрайдера. А я не понял, там сколько гонок? Одна? Ой, сейчас, ребята, разобьюсь. Смотри, как всегда, смотри. Нет, повезло. В этот раз мне повезло крупно. Не разбился, друзья мои. Обычно мы сразу что делаем? Переворачиваемся мы здесь. Это мне напоминает кувшинку на этих, на болотах. Помнишь, которая там растет? Ты в нее врезаешься и все, ребят. И здесь такая же фигня. Прям один в один. Только единственное, что заменили там кувшинка, здесь череп. Вот и все. Вот и вся разница, блин. Байкер догонялся. Решил со мной тут, как бы тебе сказать, посоревноваться. И размазался он, короче, там об потолок. А вот и финиш. Слушай, ну круто. Что я могу сказать? Две гонки выигрышных из трех. Поэтому сейчас, я думаю, будет финальная разметка. Так, давай без фонтанов, без всяких там. Так, баги, что? Тоже, ребята, баги, я смотрю, на пружинках на этих. Фонтаны вот эти вот, ну нафига они? Так, и маслкар тут еще лезет. Ну, опять же, ребята, с крыльями они все. Вот гад меня обогнал здесь. Ну, за счет крыльев просто пролетел и все. Ну, я-то все равно первый. Как ни крути. Топливный для... Нашли ли для кого давать. Все, друзья мои, все. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.